В этом году в чемпионате Нижегородской области по баскетболу принимает участие более 10 клубов. Всех их разделили на две подгруппы. Спортсменам предстоит сыграть друг с другом в круг, после чего 4 лучших команды выйдут в плей-офф. Саровский баскетбольный клуб «Атом» также вступил в борьбу за звание чемпиона Нижегородской области среди мужских команд. Первую домашнюю игру спортсмены провели с Северной долины и Шахуни. В начале игры баскетбольный клуб «Атом» заявил, что настроен на победу. Борьба за мяч с каждой четвертью становилась все интереснее. Спортсмены старались набрать как можно больше очков. По итогам игры саровчане обыграли шахунцев со счетом 107-75. Ребят соскучились наши по баскетболу, потому что все в курсе, что с нас несколько игр переносили в связи там, с нашими там, ситуациями. Мы сезон начали, ребята горели. Сразу же вы видели, как складывалась игра, ушли сразу большой отрыв. Ну и, в общем-то, отрыв сохраняли. Напомним, год назад баскетбольный клуб «Атом» столкнулся с проблемой нехватки финансирования. В середине сезона 2018-2019 команда оказалась без денег. И чтобы не прерывать участие в чемпионате, баскетболисты оплачивали поездки на соревнования из личных средств, надеясь, что потом им возместят все расходы. Но этого не произошло. В новом сезоне проблема осталась. Баскетболисты не в силах оплачивать поездки сами. Следующий год покажет, потому что финансирование будет закладываться на следующий сезон. Вот посмотрим, как так или иначе вот нам финансирование заложено. Потому что пока ситуация, ну, никто не знает, чем это дело закончится. Потому что прошлый сезон, а новый сезон вот он будет. То есть механизм понятен финансирование клубов или он непонятен до сих пор? Это должна определить администрация. Чем закончится история с БК «Атом»? Будут ли спортсмены продолжать борьбу за звание чемпиона Нижегородской области среди мужских команд, покажет время. Канал 16 будет следить за развитием событий. Второй год подряд детский сад номер 30 становится победителем городского фестиваля «Малышаада 2019» среди дошкольников. В этом году они в очередной раз поедут защищать честь нашего города на областные соревнования. Весной в Иксе ребята заняли второе место. Этот результат малышей не устроил. И в этом году они поставили перед собой цель вновь пройти городской этап соревнований и стать первыми на области. Победа за нами! И моя команда очень молодцы. Я люблю очень сильно соревноваться с кем-то. Мы почти всегда побеждаем первые места. Серебряными призерами на соревнованиях стали воспитанники 44-го детского сада. До победы им не хватило всего 4 очков. Но ребята не расстраиваются. Для них второе место – это тоже хороший результат. Нам очень понравилось. Мы хотели на первом месте, но так получилось, что мы на втором. Но мы не обиделись, и потому что все равно же, у нас все равно соревнования в пути дальше. Да. Расстраиваться не надо, и ничего не надо делать. Не плакать, ничего. Чтобы выйти в финал городского этапа соревнований для дошкольников, воспитанникам детских садов предстояло пройти 2 тура. Первый – полуфинальный. В нем приняли участие представители 21 дошкольного учреждения. Всех их разделили на несколько подгрупп, где ребята боролись за выход в финальный этап соревнований. Сегодня принимало участие 6 дошкольных образовательных организаций. Детские сады 16, 19, 35, 44, 47. Борьба, конечно, сегодня была очень энергичная. Вы видели, как дети старались, они очень переживали за свои команды, потому что все-таки командный дух, он воспитывает волю к победе. По завершению фестиваля всем участникам вручили дипломы и сладкие подарки. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В духе разочарования и радостное ликование спортсменов. Шар то предательски катился мимо, то с первой попытки сбивал все кегли. Выбить страйк получалось не у всех. Чтобы показать свое мастерство на турнире и вывести команду в лидеры, Диана Власова перед соревнованиями старалась выкраивать время для тренировок. В свободное время она приходила в ресторан «Прайм», чтобы отточить технику бросания шаров. Тренировалась, честно скажу, каждый день, даже до мозолей доходила. Но в результате я довольна своим результатом, более чем. Я приходила иногда
в обед на 15 минут и вечером сразу после работы на 15 минут. Первый командный турнир ядерного центра по боулингу «Шарабол» прошел при поддержке Саровской федерации боулинга и собрал 80 спортсменов. 10 подразделений в НИЭФ выставили по две команды на соревнования. Федерация боулинга активно пропагандирует этот вид спорта. Менее чем за год своего существования организаторы провели несколько соревнований. Мы провели официально как федерация 4. Вот это 4-е наше мероприятие, но благодаря нам еще порядка 6-7 было тут мероприятий, турниров внутренних во ВНИЭФе, которые отбирались как раз лучшие игроки для того, чтобы приняли участие в нашем турнире. Ресторан «Прайм» в качестве площадки для проведения турниров Федерация боулинга выбирает постоянно. Здесь установлено оборудование компании «Брансвик», которая на протяжении 160 лет удерживает позицию мирового лидера по производству и продаже оборудования для боулинга. Каждая дорожка снабжена системой автоматического подсчета очков и мониторами. 2 часа соревнований пролетели быстро. Пока одни спортсмены набирали очки на дорожках, другие отдыхали на уютных диванах, обсуждали тактику игры своей команды и участвовали в конкурсах. Очень такая насыщенная атмосфера, радостная. Вот этот дух соревнований между всеми подразделениями. Отличная идея. Все прошло на высшем уровне. Также огромное спасибо организаторам, всем участникам команд. Да, все молодцы. Отличный чемпионат. Хорошо, что у нас сейчас это все проводят. Очень здорово. По итогам турнира первое место заняли спортсмены из КБ-12. С результатом 566 очков они оставили позади своих ближайших соперников – команды «Вымпел» и «Старт», которые получили серебряные и бронзовые медали соответственно. Также наградили самых результативных игроков среди мужчин и женщин. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Команда судомоделистов Дворца детского творчества вернулась из Нижнего Новгорода, где выступала на областных соревнованиях по контурным моделям. Воспитанники Юрия Недайкаша стали вторыми в командном зачете и заняли 2 призовых места в личном первенстве. В классе винтовых кораблей победителем стал Евгений Тихонов. В классе подводных лодок 3-й результат показал Тимофей Ковалев. Следующие соревнования пройдут весной. В апреле планируется 5-е открытое первенство города по контурным моделям кораблей на призы Общественной организации ветеранов военно-морского флота имени адмирала Федора Ушакова. Для справки, объединение судомоделирования существует в нашем городе с 1969 года. И это одно из старейших объединений дворца, бессменным преподавателем которого является Юрий Михайлович Недайкаш. Пройти через тоннель и пропрыгать на резиновой лошади, обойти все конусы в больших ластах и переправить на огромные лодки всех членов команды с одной стороны на другую. Все эти испытания предстояло пройти ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Для них в молодежном центре организовали спортивные соревнования и веселые старты в рамках месячника «Декады инвалидов». Мы, как молодежный центр, стараемся 2 или 3 раза в год проводить для этой категории мероприятия, где они могут поучаствовать наравне со всеми, почувствовать себя сильными, ловкими, умелыми и также получить награду. Ну и самое главное все-таки не забывать, что эти ребята такие же, как и мы, только небольшие ограничения имеют. Вот, но при этом им тоже хочется быть и участвовать в городских мероприятиях, таких как спортивные мероприятия, веселые старты. В соревнованиях приняло участие 5 команд. Каждой из них предстояло пройти 6 испытаний. Традиционно перед стартами всем спортсменам предложили размяться, а после ребята приступили к состязаниям, где продемонстрировали свою меткость и умение работать в команде. Для некоторых спортсменов испытания давались непросто. Когда мы бегали в ластах больших, это было очень сложно, потому что постоянно казалось, что ты сейчас упадешь. Надо было бежать задом. Команда победителей так и сделала, и они прошли на лучшее время. По итогам соревнований первое место заняла команда «Старт» из школы-интерната номер 9. Вторыми стали ученики школы-интерната номер 1. Третьими – воспитанники молодежного центра. Всем участникам вручили дипломы и кубки. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.